Основная подготовка лука сивка – это его прогревание. Его необходимо как минимум 3 недели до посадки просушить в теплом месте около батареи при температуре 20-25 градусов. Затем лук сивок нужно перебрать, отбраковать испорченные, поврежденные и подгнившие луковицы, а также на которых имеется подозрение на заболевание. Помещаю лук в теплую воду 45-50 градусов на 1 час. Это идет прогревание луковиц. Для обеззараживания готовится солевой раствор, где-то 30 грамм поваренной соли в литре воды и в слегка теплой жидкости. Затем лук нужно просушить. Это не только профилактика болезней, но и ускоряет схожесть, повышает иммунитет и защищает от вредителей. Кроме того, для обеззараживания используется крепкий раствор марганцовки на полчаса, а затем нужно промыть чистой водой. Также для обеззараживания можно использовать медный купорос, где-то на ведро воды 1 чайная ложка препарата и замачиваем минут на 15. Хороший результат для предпосевной обработки лука сивка дает замачивание в препарате фитоспорина. На литр воды берем 30 грамм препарата и замачиваем минут на 10. Еще одно средство для обеззараживания – это березовый деготь. На литр воды берут 2 чайные ложки средства, аккуратно размешивают и тоже замачивают на 2 часа. Затем замачиваю в стимуляторах роста. Я буду использовать вот такой вот препарат. Где-то на полчаса. После любой обработки лук просушивают и высаживают. Расстояние между луковицами во время посадки должно быть от 4 до 10 сантиметров. Мелкие луковицы высаживают чуть плотнее, сверху присыпаем землей и поливаем из лейки. Если вы решили посадить лук именно на перо, то сажается он плотно, луковица к луковице. В средней полосе лук сивок обычно высаживают в начале мая. Заранее подготовленные грядки. Лучше всего заранее раскислить почву. Для этого вносят мел, доломитовую муку и перекапывают грядки. Лучшими предшественниками для лука являются капуст, томаты, картофель, тыква, кабачки. Не стоит высаживать лук на те грядки, где раньше росла редиска, фасоль, укроп, горох, опять же лук и чеснок. Лучшие соседи для лука – это морковь, редис и петрушка. А также рядом с луковыми грядками хорошо растет земляника садовая, огурцы, томат, свекла. Если правильно подготовить лук-сивок к посадке, можно рассчитывать на хороший урожай.